Ивановские наркополицейские продолжают собирать урожай мака. Бдительные граждане сообщили оперативникам о предполагаемом наркопритоне. В минувшие выходные в ходе специальной операции информация подтвердилась. Наркополицейские изъяли более 2 килограммов маковой соломы, которая предназначалась для последующего изготовления наркотиков. Во время еще одной рабочей проверки удалось изъять 400 граммов амфетамина. Торговля так называемым клубным наркотиком осуществлялась в Иванове.